Да. Пусть будет по-настоящему. Идет. Да, она попрет. Справа налево, я нахожусь. Те, кто был еще у нас, где Кирилл? Понял? Как ты видишь, ее здесь нет. А что за мероприятие? Не поняла. Мама, что устанавливаем? Мы снимаем. Три раза нужно повторять, да? Вопрос? Есть вопрос? Сколько раз нужно повторять вот этот след? Трижды. Трижды? А почему три раза? Ну, есть ли какое-то объяснение? Какое? Какое? Наверное, Бог Троица. Но не эта Троица, другая Троица. Есть еврейское триединство. Понятие триединства, оно в иудаизме тоже существует. Не тоже, а от него и подчеркнули, наверное, наши братья меньше подчеркнули это понятие триединства. Есть такое триединство, как человек, то есть еврейская душа, Тора и Бог. Тора — это та вещь, которая их соединяет вместе. Да. И вообще вещь, которая делается трижды, она уже обладает статусом постоянства. Если мы что-то делаем три раза, мы уже переходим в статус постоянного. То есть, если какой-то хороший... А просто звук тоже записывает. Я думаю, что это не слышно, то, что ты говоришь. Извините, вы потом сделаете... Это будет хорошее сопровождение, Шимон. Сделайте монтаж. Нажимай опять.